Дорогие друзья, с вами Раиса Гюнеджа, и сегодня я хочу сделать коротенький видеоролик, поделиться с вами результатами работы. Пару месяцев назад мне предложили э, компанию, э, в которую нужно заходить по 2 доллара, треугольничками, идем по площадкам, что-то такое мне предложили. Я тут же сказала, нет, 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 спасибо, меня это не волнует, потому что на 2 доллара и на доллар я даже не представляла, как я должна приглашать людей, да, потому как мы привыкли работать в компаниях, куда вход, начиная с 500 долларов и выше, выше тысячи. То есть я даже не представляла, что такое может быть. Вот, это было мне первым предложением, потом через месяц мне э, моя партнер предложила бизнес, в котором мы можем заработать биткоины, вот эта тема меня заинтересовала, потому что я уже в течение трех недель приблизительно сама на ютубе искала какую-то компанию, где можно было бы заработать биткоины, потому что еще осенью у меня была информация, что биткоин очень круто пойдет вверх по цене, вот на тот момент он э, стоил 240 долларов, как-то прошло время, я занималась другими делами и не получилось мне купить биткоины. Потом в феврале месяце он стал 379 долларов. И вот в начале, мар... начале... Марта... начале марта он уже стоил где-то 440 долларов. Вот. И когда мне предложили тему, что можно заработать биткоины, я очень этому обрадовалась и начала рассматривать эту возможность. Сюда вход 005 сотых сатоши, то есть биткоинами заходим и биткоинами нам начисляют наши выплаты. Вот, в чем заключается смысл этой компании? Эта компания позиционирует себя как партнерская программа, имеет определенные сервисы, которые будут полезны и которыми будут пользоваться многие партнеры из других сетевых компаний. Вот, но сейчас я не буду на этом останавливаться, конечно. Кому интересно, посмотрите маркетинг план и вы узнаете, о каких сервисах я сейчас говорю. Я хочу вам показать площадки, на которых мы работаем, и вкратце пробежаться по маркетинг-плану. То есть хочу показать вам объем работы, какой здесь нужно проделать. Я считаю, что это просто какая-то игра, но для меня это игра, потому что заполнять ячейку, ячейку еще одна, еще одна, то есть как-то как, как пазлы складываешь, очень интересно получается картина, при этом зарабатываем очень даже хорошие деньги. Смотрите, кто знает, что такое бинарный маркетинг-план, ну, многие из вас знают, конечно, и работали, кто не знает... Могу сказать, что бинарный маркетинг план состоит из спонсорской ноги и из личной ноги. Что такое спонсорская нога? Ее еще называют спиловером, то есть спи лови. Ты можешь даже не работать, но сюда, под, когда идет подключение, например, я начинаю подключать людей и друг подруга, кто выше меня стоит, друг подруга, общими усилиями заполняются люди и под вами образовывается целая структура даже неизвестных вам людей, но с этих людей вы получаете прибыль. Так вот, в чем заключается основная работа в бинаре? В том, что у каждого есть спонсорская вот такая нога, и все мы мечтаем, чтобы попасть в спонсорскую ногу, потому что это большая помощь. Вот потому, как личную ногу мы должны заполнять сами. И обычно люди сдуваются где на вот этом моменте, потому что кто-то не умеет приглашать, кто-то не хочет, у кого-то не получается и так далее. То есть на вот этом заполнении личной ноги очень многие люди уходят из бизнеса на этом моменте. Они просто ну, пропадают настроение, как говорят интернет-выражением, сдуваются. Да? Вот, значит, какой здесь маркетинг-план? Чем мне понравился этот маркетинг? Я его просто называю шедевром по той причине, что ребята, вот Андрей Головащенко, Александр Ковальчук и Юрий Василенко придумали шикарный маркетинг. Сейчас вам расскажу, в чем прелести. Вот, с правой стороны они сделали спиловер и с левой стороны они сделали спиловер. То есть понимаете, что происходит? Что с правой стороны идет общими усилиями заполнения, идет справа-налево заполнение. Система сама причем расставляет людей там, где есть пустые ячейки. Вот. И с левой стороны точно так же идет алгоритм заполнения пустых ячеек. То есть это очень круто. Это очень большая помощь для людей, которые не умеют приглашать или не совсем получается. Да? Это большая помощь, потому что идут переливы. И плюс они еще сделали здесь элемент из матрицы. Я думаю, многие из вас также работали в матричных проектах то есть э, слово «реинвест», да, мы с этой площадки мы никуда не выходим, не уходим, потому как это бинары, мы заняли однажды место вот на верхушке, кто где стал, конечно, вот кто где занял позицию, так и будем стоять до конца проекта. Вот, но мы просто в каждой площадке остаемся еще на «реинвесте». В первой площадке, смотрите, у нас здесь есть 5 уровней. Раз, два, три, четыре, пять уровней. И вот эти пять уровней нам нужно заполнить общими усилиями. То есть здесь командная работа. Я начинаю приглашать людей, они становятся под этих людей. Вот эти люди все начинают приглашать партнеров, то же самое становится друг по друга, друг по друга. Мы видим только пять рядов. Вот, но на самом деле, если я нажму сейчас на человека, мы увидим продолжение и продолжение, потому что это бинар, и вниз э, э, видим большой ну, много уровней э, заполнения площадки. Вот, значит, э, под нами в первой площадке должно стоять 62 человека. Но по сути это не 62 человека, это 62 ячейки, потому как мы заходим треугольничками, одно место стоит 2 доллара, и мы заходим все на 3 места, смотрите, как красиво все выстроились ровненько треугольничками, да, по 6 долларов мы все зашли сюда. Вот эту площадку я закрыла буквально за 4 часа приблизительно. 4, может быть, 5 часов. Вот. 20 человек общими усилиями мы заполнили. И я зашла на одно место, стоит 2 доллара. И по выходу с площадки мне начислили 67 долларов. И так как мы идем тремя местами приблизительно 200-210 расчеты мы делали раньше, когда биткоин стоил, биткоин стоил еще 400 долларов, сегодня он уже 450. Очень классно, он растет, и поэтому наши заработки за одну и ту же работу сами по себе увеличиваются. Значит, когда закрывается первая площадка, у нас. Обнуляются все наши баллы и по новой идет заполнение ниже ряды, ниже ряды. Все люди мои, партнеры моей команды, кто закрываются, переходят на вторую площадку. Они таким образом, система видит и они выходят на реинвест ко мне. Таким образом, повторно я опять здесь получу деньги. И третий раз, и четвертый раз, и каждый раз, когда заполнится 20 вот этих человечек, мне каждый раз компания будет начислять за эту работу деньги. Потом мы переходим на вторую площадку. На второй площадке уже в два раза меньше работы. То есть вот это крыло полностью отсекается и нижний ряд также убирается, потому что там всего 4 уровня. В первой площадке 5 я вам уже сказала, во второй площадке 4 уровня. Поэтому гораздо быстрее закрывается уже вторая площадка. Так, ждем, когда откроется. Переходим на вторую. Как вы видите, у меня открыты 4 площадки. Я уже дошла до четвертой площадки, пятая еще закрыта. Смотрите, вот уже то, о чем я вам сказала. Правой половинки полностью нет, ее удалили и нижний ряд полностью убрали. Да, в этом, во второй площадке под нами должно стоять всего 10 треугольничков, то есть 30 ячеек должно быть заполнено. Но если в маркетинг-плане вы будете смотреть, там будут вам рассказывать, что, ну, рассматривают вход на одно место, поэтому будут говорить, чтобы закрыть одно место, под вами должно стоять 10 треугольников. Но опять же преимущество треугольника нашего, что мы заходим на три места. Нам здесь нужно вот тоже в два раза меньше работы, потому что на одно место нужно 10 треугольников, а на три места нам всего нужно 20 треугольников. Каким образом? Смотрите, почитаем вместе.

первый уровень, второй, третий, четвертый закрыто верхнее мое место. И вот этот уровень, люди стоят треугольничками, это значит, что закрыто мое и второе место, это значит, что закрыто мое третье место. Вот, все три места у меня здесь закрыты. Идем на третью площадку. В третьей площадке еще меньше работы, опять отсекается половина и убирается нижний ряд. То есть каждый раз, когда мы переходим на следующую площадку, все меньше и меньше работы, все больше и больше выплат. Да, на второй площадке я вам не сказала, вход туда был 25 долларов. 25 долларов, а на выходе это было 400 долларов на тот момент. Вот, понимаете, если тремя местами это вход получился где-то приблизительно с переводами, с обменниками это было 80 долларов, даже нет 100 долларов, и я с этой площадки получила чистыми 1200 долларов. То есть представьте, задумайтесь над цифрами, которые я произношу. Зайти на 80, а получить 1200. Вот мы пришли на третью площадку. На третьей площадке точно так же мы все идем треугольничками. Вот, значит, под нами становится один. 2, 3, 4 треугольничка. Зашла я сюда за 200 долларов. Ну, это все, конечно, мы заходим в биткоинах и начисляется все в биткоинах. Я потом вам попозже покажу скриншоты заработки с этих площадок. Вот, значит, зашла на 200 долларов. И по закрытию вот этой площадки я получаю 1600 долларов. Представляете, 600 долларов мне вернулось за три моих места и 1000 у меня еще а в кармане чистыми, да? То есть, а так как мы заходим тремя местами, 1600 умножайте на 3. 4800. Сегодня уже биткоин 450 долларов, один биткоин его стоимость. Поэтому это уже более 5000 долларов. Вот. Э, Идем на четвертую площадку. На четвертой площадке, опять же, полностью нижний уровень убирается. И под нами должно стоять всего 4 человечка. Вот, это вообще уже такой мизерный объем работы. Я даже не знаю, как можно с этим не справиться. То есть вообще я считаю, что приглашение в эту компанию на 2 доллара, на одно место, то есть на 6 долларов, вот такие деньги есть даже у каждого ребенка, по-моему, по 500 рублей. Да? Мы тут сидим и как семечки щелкаем, вот так вот приглашаем сюда народ, потому что с удовольствием идут люди, которые годами ходят в интернете по разным проектам, не могут заработать деньги, только теряют и теряют и теряют. Вот я показываю абсолютную абсолютно суперовскую возможность заработать хорошие деньги. Вот, смотрите, я стою треугольничком, подо мной стало всего 4 человечка, и на одно место нам идет начисление 3300 долларов. Опять же, эти люди стоят треугольничками все, значит, на каждое место мне также было начислено по 3300 долларов. Но сегодня это гораздо выше сумма, потому что, как я уже сказала, один биткоин сегодня стоит 450 долларов, а не 400. Смотрите, давайте я вам покажу скриншоты еще. Вот я писала. Очень благодарю свою команду за их скорость. Просто как ракета мчимся все. За месяц работы у меня получилась сумма более 12 тысяч долларов. Вот 3,5 биткоина. Смотрите, давайте вместе с вами посчитаем. 3.5 умножить сегодня 451, по-моему, биткоин стоит, пожалуйста, 1578 долларов. Я вам говорила, что я получила 1200, а на самом деле это получается 1578. Вот, и здесь, вот на этой площадке, мы видим. Что у меня пошло уже заполнение второго круга первой площадки, идет заполнение второго круга второй площадки и, и заполнение э, второго круга третьей площадки. Здесь я еще до четвертой площадки не дошла. Сейчас я вам покажу еще. Вот на четвертой площадке мне было начислено 6183 биткоина. Давайте посчитаем еще эту сумму. Что было начислено вот это на одно место только? 6183 биткоина умножить на 450. Давайте. Вот 2782 чистыми мне пошли в карман, остальные деньги остаются на реинвесте каждом площадке, в каждой площадке мы еще плюс ко всему остаемся на реинвесте. Представьте себе такое маленькое количество людей, сколько раз здесь мы можем прокрутиться еще на реинвесте. Вот. И у нас есть еще очень классная площадка, это пятая. В этой площадке у нас просто шикарные Будут заработки. Наша мечта, пятая площадка. Смотрите, здесь вход будет 4 биткоина 326, как вы видели. По предыдущим заработкам у нас абсолютно достаточно денег, чтобы зайти в эту площадку. И на выходе, конечно, 55 тысяч 300 долларов. Это при расчете, что один биткоин стоил 400, сегодня он стоит 450. Вот эта сумма, наверное, я так думаю, приблизительно 60 тысяч долларов на одно место. Вот. Ну, мы, конечно, планируем и тремя местами зайти. Тремя местами это будет 180 тысяч долларов. Это очень вдохновляет у меня, вот просто переполняет э эмоции, да. И смотрите, посмотрим на в окончании вот такую вот табличку. Э первая площадка, вторая, третья, четвертая, пятая. Все было э с расчета еще э 400 долларов за один биткоин курс, да. Вот, Смотрите. Одним аккаунтом заходишь получаешь 59 долларов, ну это уже сегодня, вот я вам говорю, около 70. Если тремя аккаунтами, это уже будет 180, еще больше, где-то 200 долларов. Вторая площадка, это будет 1245. Третья площадка, четвертая площадка и пятая площадка. Вот то, о чем я говорила, 164 тысячи, да? То есть это где-то 170-180 тысяч на сегодняшний день. Но ну, меня такие суммы очень даже вдохновляют. И я вам всем предлагаю поучаствовать в нашей программе, рассмотреть маркетинг-план, выникните, как это работает. Вот видите, за один месяц можно сделать то, что некоторые люди зарабатывают годами, да, эти суммы зарабатывают годами, ходят на работу, я говорю, вот зря стачиваете каблуки, просиживайте юбки, потому что за каких-то 5-10 тысяч рублями вот э, ходить на работу троллейбус, трамвай вперед-назад, то есть и море времени теряете, а так комфортно из дома. Я проживаю в Стамбуле, некоторые партнеры, когда общаемся на холодном рынке, говорят, я в маленькой деревушке, у нас некого здесь приглашать. Ну и что? А я в Стамбуле, мегаполис, 17 миллионов населения, но я ничем не отличаюсь от вас, абсолютно ничем, потому что я работаю только в интернете, не выходя из дома. Понимаете, ребята, в чем прелесть? Вот. За 6 долларов зашел, и получил сколько хочешь. Вот какую поставите себе цель, столько денег вы можете сделать. Вот. Спасибо Богу, у меня очень хороший результат. Я довольна им. Не, ну, планировала я за месяц думала, пойдет все быстрее 50 тысяч заработать, но закрыли мы всего 4 площадки тоже очень хорошо. Вот, я вам всем советую рассмотреть, присмотреться, узнать все подробности, какие какие сервисы есть у нас. Я просто не хочу затягивать этот видеоролик, чтобы был коротеньким. Но мне кажется, достаточно того, что я вам показала, как можно сделать быстро хорошие деньги, зайдя всего за 6 долларов.